Узнай свои корни. Новый клуб «Семейная история» открылся в городском центре по работе с населением. Первыми участниками проекта стали жители микрорайона Бывалова. С чего начать и как правильно составить свое генеалогическое древо, выясняла Вероника Гаврилева. Очень важно не просто набор таких вот фактов, что человек такой-то жил в такое-то время, а хорошо бы понять, а кто был он. Весь этот путь Сергей Трифонов уже прошел и не раз. Его генеалогическое древо своими корнями уходит в конец 19 века и насчитывает более 400 членов семьи. На эту исследовательскую работу ушло около 10 лет, и сегодня своим опытом он делится с участниками клуба «Семейная история». Первыми идею создания такого исследовательского сообщества на базе Центра по работе с населением поддержали жители микрорайона Бывалова. Задача нашего клуба сегодня – помочь людям написать семейную историю, изучить семейную историю. Было бы великолепно, если вместе дальнейшим этим написанием занялись не только те люди, которые присутствуют в данном помещении, в данном клубе, но и их родные. Вообще было бы идеально, когда вместе эту историю писали бы, допустим, бабушки и внуки. Дети и их родители. Главная задача организаторов – пробудить интерес волокжан к семейной истории. Как искать данные свои родословные, как раз и научат специалисты. Встреча клуба «Семейная история» будет проводиться два раза в месяц в Центре по работе с населением по адресу улицы Новгородская, 23. Участие в них могут принять жители не только Бывалова, но и других микрорайонов. Интересующие вопросы можно задать по телефону 71 29 18. Вероника Гаврилева, Михаил Прищев, Вологда Портал.